В некотором царстве, православном государстве, давным-давно правил царь. Нет, нет, не этот. И не этот. И нет, нет. Его пра-пра-пра-правнук. Во, вот он. Ага. С царицей, разумеется, с матерью. Ну, мать-то она ему была не родная, мачеха, зато деловая, только держись. Развернет, бывал, карту и давай планы строить. Хорошо быть царем, на тебя пашут, сеют, колют. А все почему? Да потому что ты ж за державу за всю в ответе. Войску командир, мирному народу защитник. Враги-то не дремлют, куда ни глянь, всюду неприятель. Хочешь, с тевтонцами воюй, хочешь, от Орды границы защищай. А не хочешь... Женись. Вон тевтонская принцесса. Манеры благородные. А армия-то тевтонская ордынцев от границ и прогонит, и державу защитит. Порядок повсюду будет, чистота. Неужто не по нраву? Ну тогда с ордынцами породнись. У меня в Орде знакомство. Невесту тебе подыщем, самую лучшую. С Ордой союз, тевтонцам погибель. Ордынцы, они, конечно, народ грубый, неотесанный. Ну так даром-то ничего не бывает. Предложение ваше, маменька, одно другого хуже. Я уж чай не мальчик, сам себе жену найду. Всем женам жену, по колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре. Во, такого сына мне родить, двух, трех богатырей, чтоб на весь свет про них молва неслась. А всякие ваши эти знакомые, чтоб во свояси убирались. Вот. Ты у меня, сынок, совсем взрослый. Все сам решаешь, поди уж мечтаешь меня в могилу поскорее отправить. Не бывать этому! Да, плохо быть царем. С царицей сладу нет. Куда уж там жену хорошую найти? Эх! Хорошо быть птахой небесной. Никаких тебе забот. Где хочешь, летаешь, куда хочешь, смотришь, на кого хочешь, эти... Это да, о чем это я? Ну, что хочешь, берешь. Ну, не все, конечно. Да нет, ну, да нет, все. Хотя. Да, хочешь над землей летай, хочешь под водой плавай. Ни один царь так не умеет, а зря. Вот она мечта-то царская. Всего в какой-то паре верст в глубину. Мастерица, руки золотые, даром что по локоть в серебре. А у морской царевны тоже мечта была. Ой. Ага, узнаете? А если уж девушка чего захочет, ей и морской царь не помеха. А пока наш величество мечтает, судьба-то его уже на берегу ждет. Ох уж эти девицы, любопытные! Ох, ну куда тебе к людям-то на землю, а ежели за свою не примут, родным не понравишься. Эх, да сердце-то не прикажешь! Эй. Вот так и нашел себе царь невесту, по колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре. Тут и сказки конец! Хотя, похоже, не конец еще. Царица-то упрямая, решил все по-своему провернуть. Послала она депешу к ордынскому хану. Сын, где совсем от рук отбился, надо бы его припугнуть слегка. О как! А царь-то уже сыновей растить собрался. Трех богатырей, по колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре. Да неспокойно стал на границе. Надо ехать, защищать. Эх, прощай, любимая. Не горюй. Скоро с победой вернусь. А царица-то и рада, что сына спровадила, чтобы не мешал с невесткой разобраться по-своему, по-царски. Oh!
О, чудеса, да и только! Словно само море этой царевне помогает, забрало к себе младенцев! Да царевне-то не легче! Дети пропали, не уберегла богатыря и наследников! Правду говорят, не понравится свекрови плохая примета! Решила царица ведьмой невестку объявить и судом боярским судить. Неспроста у нее руки по локоть в серебре. Оборотень она морской, и дети у нее оборотни. Негоже им царский дворец поганить да народ смущать. Жечь их! Страшно боярам суд судить. Боятся они царицу и ее прислужницу. Боятся и колдунью, и царя боятся. Поэтому они решили посадить молодую царскую жену в бочку и бросить в море. Пусть вода рассудит. А тем временем сошлись в бою два войска несметных, царёва да ханская. Ох, поубивают они друг друга, да и сказки конец. Ой, какой конец? Нам такой конец не нужен. Ежели кому не втерпёшь. Вот пускай они и выйдут, силушкой померяются. Шо, уже и не хочет никто. Ну, не силушкой-то, да? Может, ловкостью, али умом? А то и что удумали, столько народу разом сгубить. Про кого ж мне тогда сказки-то рассказывать? Не, у нас все будет по-другому. Из всякой беды выход найдется. Эй, чё приуныли-то? Вам же море дом родной. Двоих внуков морской царь из пучины спас и дочку в беде не оставит. Отцовское сердце не камень на дне морском. Эй, говорил я тебе, не любят люди морских царевен. Погуляла и будет, пора на дно, сыновей расти. Да не хочет царевна с мужем-то навеки расставаться. Не могу, говорит, без него, люб он мне. Жалко деду внуков бросать, и дочку жалко. Да кто ж такому верному сердцу помешать сможет? Эй, дочка, совсем ты у меня взрослая. Все сама решаешь. Ну что ж, живи. Вот тебе город, вот тебе дворец, а вот и подданные, раз так хочешь среди людей быть. А тем временем на войне царь лютую битву ведет. Не на жизнь, а на смерть. Ой, что тебе говорю-то? Да на все богатство ордынское. Да, не силен оказался хан даже в шахматы. Битвы не выиграл, да и всю орду разорил. Отыгрываться надо, однако. Вот моя шапка, а с ней и голова. Играем на всю орду. А это еще кто? Гонец из столицы. О, вот это новости! Царица все мечтает. Империей мечтает править, а вовсе не бабушкой в расцвете лет становиться. Ну, не выходит пасьянс у царицы. Ну, не складывается. И поплыл царь за море океан искать свою жену любимую, да сыновей богатырей, что на чудесном острове от погибели спаслись. А, да вот же он, остров-то! Дело-то к развязке идет, чует царица. Ей теперь не то, что за соломинку, за иголку надо хвататься. Thank you.
она ведьма. Детей уморила, а теперь и за мужа взялась. Что-то тут не так, ребята. Это что ж делается-то? О, вроде и муж живой. А вот они и дети. Эй! Нет, тут какая-то другая ведьма. Ну вот, теперь точно конец. Какая свадьба? Ой, знаешь, тебе жениться пора. Мне? Не хочу. Почему не хочешь? А на ком жениться? Как на ком? А вот это серая. Ну вот тогда вот. Нет, нет. А вот смотри, семья богатая. Не хочу. И вообще, какие лыжи? Каких лыжах ты говоришь? Что такое? На ком ты хочешь? Скажи мне. Я хочу породиться самым большим, самым важным. Самым-самым-самым! Кем же ты хочешь? Ты что, с ума сошел? Хочешь что, может, с месяцем не бей? Да, с ним! Я тебя к месяцу сватать не пойду! И не надо! Я сам пойду, все сам сделаю! Сынок, ты что? Да, я сказал! Ой, что же скажут соседи? Ой, эй, смотрите, куда идете. А вы куда? Мы на свадьбу. А ты куда? А я сам жениться иду. Да, на дочери месяца. Месяца? Вот именно. Ой, ой. Слушай, а все с ума сошел? На дочери месяца пошел жениться, а? Ой, что там? Ты кто? Да Мишня. Я жениться иду. На дочери месяца иду жениться. Ты тут его не видел? Да ничего я не вижу. И не могу видеть. И не хочу. Ну, спокойной ночи, я пошел. Куда ты? Ты где? Эй, ты куда? Ай! Куда девался? Мышь, мышь. Ты чем там гремишь? Миш, куда ты девался? Эй, Месяц! Чего тебе? Слушай, Месяц, у тебя дочь есть? Есть. Давай, говорят, ты самый сильный. Я хочу с тобой породиться. Давай мне дочку сюда скорей. Ты? Ты! А, ты себя видел? Ну, видел. А что?
Да знаешь, знаешь, ты это, мышь, я самый сильный, да, но только сейчас, ночью. Да? Да, а выйдет солнце утром, и я померкну. А, что ж ты мне раньше не сказал? Извини, не хотел обидеть, извини, что я тебя задержал, успехов тебе. А, иди, иди, посмотрим, что тебе Алла скажет. Ну что, женишься? Нет, я не буду. А почему? Слушай, да месяц бледный очень. Ты кто? Ты что здесь повесишь? Я? Отдыхаю, слушай, а ты куда бежишь? Я жениться иду, да не к кому-нибудь, я иду жениться к солнцу. Солнце? Ну иди, иди. Ой, слушай, хорошо сказал. Солнце! Солнце! Ты чего здесь раскричался? Молчите, вы рыбы! Ох. Эй, солнце! Солнце! Кто это так пищит? О! Ну и жара сегодня. А у меня в груди еще жарче. А, вот ты где? Что ты хочешь? Я жениться хочу. Что ты сказал? Отдай за меня свою дочь. Что? Эй, солнце, не подходи так близко. Ты шашлык из меня хочешь сделать, да? Мышь, мышь, спасайся, сейчас горим. Нет, замолчи. Я дал себе слово, что женись только на дочери самого сильного в мире. А, вот в чем дело. Я тебе хочу сказать, что если ты ищешь самого сильного, ты должен знать, что есть кто-то и посильнее меня. Ну и кто? Кто это? Ну и кто? Кто это? Кто это такой? Эй, солнце! Кто это такой? Скажи мне! Солнце! Это туча. О! Туча! Эй, туча, туча! Эй! Туча! Туча! Здравствуй! Ты такая огромная, сильная, толстая! Я толстая, кто это сказал? Почему ты такая злая? Кто? Я злая? Ой, что ты делаешь? Я тебя как человека пришел спросить. Ты самая сильная? Я хочу породниться с тобой. Хочу жениться на твоей дочке-тучке. Что ты сказал? Повтори-ка. Да, я самая сильная. Но ты уверен, что хочешь породниться со мной? О, нет! Ты что, ты что? Очень больно. Вот он самый сильный. Ветер, ветер! Ветер, постой! Остановись ты! Эй, ветер, ветер! Вот тучу даже унес! Такой сильный! Эй, ай, зачем меня обижаешь? Ты мне нужен! Ты, эй, ай! Ай! Эй, я с тобой говорю! Ты куда летишь? Стой, ветер! А где же ветер? Эй, гора, 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 гора. Что тебе? Гора, гора, эй, гора.
дьявола. И гора, а гора, отдай мне свою дочь, жены. Отдай мне свою борку в жены, а? Что ты делаешь? Помолчи немного, да я скажу теперь, а? Да, была бы у меня сила, если бы не вы, мыши. А что мыши? Что мыши тебе сделали? Так что, посмотри на меня. Мыши твои родственники. Меня всю насквозь проели. И скоро я могу совсем развалиться, как вся эта земля. Что ты здесь делаешь? Я жениться шел. Жениться? Как кстати. Смотри, Джеки. Какая красавица. Какие усики. Какой хвостик. Мама, вот он я, мама, смотри. Ты где пропадал? Мама, слушай, мыши, мы самые сильные на свете. А я тебя и хотела на мышке женить. Ты что, забыл? А я тебе говорил, что сам найду. И вот, нашел. Еще при императоре Сукцонтане жил в Корее один бедняк. Его маленькая хижина стояла на самом краю деревни, на берегу озера. Звали его Ким. Летом он ловил рыбу, а зимой собирал в лесу хворост и менял его у соседа-богача на рис. Ким рыбу и мечтает, как принесет он соседу много рыбы.
Тот заберет у него корзину и даст, как обычно, мало риса. А Ким ему тогда скажет: нет, дай-ка мне вот столько. И, наконец-то, Ким наестся до отвала. Утащит. Ух, я вам! Опять украли! Ух! И решил Ким этого вора поймать. Я Ким, бедняк. А ты кто? Я тигр-волшебник. Как это? Смотри. Это моя рыба! Я ее ловил-ловил и хотел обменять на много-много риса, а ты все сожрал. Злой, злой ты волшебник. Вот я тебе сейчас... Вот и неправда. Я волшебник добрый, и за твою рыбу дам я тебе счастье. И будет у тебя много риса, денег всего много. Но только это счастье чужое. Пользуйся им, пока хозяин за ним не придет. Это будет большой человек по имени Чипоги. Запомни, Чипоги. Это что, все твое? Ну да, мое. Как же это?
Зажил Ким припеваючи, спит сколько хочет, ест сколько влезет, как сыр в масле купается. Но вот однажды приснился ему сон. Эй, открывай! Я Чепоги, а это все мое, проваливай! И вспомнил Ким, что все это счастье вокруг не его, и что ему со всем этим добром придется расстаться. Позаботьтесь, пожалуйста, о бедном ребенке. Его зовут Чепоги. Мальчика по имени Чепоги. И тогда стало его счастье таким большим, что хватило всем. И самому Киму, и его сыну Чепоги, и всем детям его детей, и всем внукам его внуков. И Ким, если не умер, до сих пор живет богато и счастливо.